Здорово, здорово всем. Ютубчик, здорово всем тоже. Всем ку. Два шакала на пол, нахуй. Не помогла маска, бать бомжиков покрошил. Ебал мне черный. Да смотри, хотите я с пистолета раздам на лабе, пацаны? Я же сильный. Вообще просто раздую сейчас, типа. Вообще в мушку могу, хотите? Небо поможет нам. Твоя рука приснула в трусы, но она не новичок. Сказал нас. Просто в АФК типа попасть не могу, зато все флики залетают. 52-й левел. Гений. Пацаны чисто на МП-9 двигаются, видишь? А вот мразь тупая. Лови на... Чё, с**ка? Внимание, правила действия в секторе B1. Но это изи капана, просто на чили. Минус 5 нахуй сосать. А где он? Он лежит типа что ли? I'm open black card, bro, and looting stimulators. Okay, holy dicks. What the fuck? Oh, two lead dicks. Бро. О, free LEDX, бро. NAHFM1, бро. For quest. Delicious. Надо тренироваться, бро. Слабовато как-то. Красавчик. Come here, bro, come here. I'm hacker, bro, вибу. You need PvP for me, baby? В этом чела копался просто. Тайминги, а если что он стапалки, прикинь. А я его... Да, всё. Снайпер, calling in. Need a sniper support. Давай, пикни, ну. Ты же дурачок. Не. Блять, ну что за тайминги? Блять, смотри, слева показал, справа пикнул. Такой лохерок, тип. Он просто... Они вообще без читов в этой игре вообще... Я не могут, пацаны, серьезно вам говорю. А он с пистолетом был. Я думал, это М1А с глушителем. На Эрсаж похоже было. Там да-да-дам, 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 да-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 
А, конечно. Как же она тушит бомжиков? Был бы интересен челлендж, связанный со взаимодействием с людьми. Да, а почему нет? За деньги, да. За деньги, да. Что ты там придумал? Рассказывай. Нужно зайти на любую локацию, кроме завода и лабы. Найти новичка, помочь ему сделать квест и выйти с ним с локации. 1000 за каждого. Да вообще изи. Так, ну что, надо, наверное, пробовать идти назад. Да ладно, ёпта масло. Я себе. Для какого левела считается новичок? Да вообще похуй, какой у него левел. Главное, чтобы типа помощь нужна была. О. Вот это новичок точно. Алло, алло, слышно? Слышно, слышно. Чё он сказал? Слушай, ты как-то нежно играешь, ты новичок? Мазань. Бро, тебе помощь нужна? Я не стреляю, захожу. Не стреляю. Я чисто помогаю людям. Чё тебе по квестам, чё надо? Видюхи забрать. Погнали. Ключ есть? Да, да, всё есть. Полетели раны. Там как раз выход, кайф. Сейчас надо аккуратно только пройти. Пойдем сюда через право. Ты не суети, я сам всех убью. Главное сейвово, бро, главное сейвово. Давай, стамину резаем. Все, погнали. Ты как-то нежно играешь, ты новичок. Я ему ногу сломал, пи***ц. Тоз возьми для квеста, бро. Я уже сделал. Смотри, как сейвовенько пролетели, да? Да меня по два раза уже подсидели. Ну вот, сейчас, блядь, помогу тебе, выше, блядь, седунов. Оружие на землю, руки за голову, штаны снимаем. Все, видишь, никого нет. Все, иди забирай. Стоять, сука. Бро, вот тебе подгон, знаешь, что тебе для квеста надо будет потом. На. Души. Пойдем. Давай вперед, иди, я прикрываю. Все, удачи, братишка. Спасибо большое. Первый есть, брат. Вот, сушечки, извините, что я вас прерываю от просмотра этого прекрасного видео, но у меня важные новости для тех, кто любит подогреть интерес к любимым матчам футбола, хоккея, тенниса, баскетбола, либо киберспорта. Переходи по моей ссылке, которую я оставлю в описании под видео, регистрируйся, верифицируй учетную запись и лутай фрибет у наших друзей из Пари 1000 рублей. Компания нас поддерживает, полностью легально, и вместе мы сможем получить от спорта еще больше удовольствия. Желаю вам удачи. Спасибо, что посмотрели рекламу. Так, ну что, со старта надо кого-то это тут найти. Социальная поддержка для тех, кто нежно играет. Я попал в него, ёбаный в рот. Может, убил даже. Здравствуйте, ребята! Бро, привет, бро. Социальная помощь для тех, кто нежно играет. Как меня слышно? С дробовиком, дружище. Бро, я тебе помочь хочу. Есть вариант, а? Что ты хочешь? Ну, помочь тебе просто с квестом, с любым. Я и сам справляюсь. Ну, пожалуйста, дай сумку хоть поношу до выхода твою. Зачем? Да просто хочется, типа, ну, делать нечего в игре, знаешь. Можно к тебе, не? Друг, ну чё ты молчишь-то? Бро, там в кустике лежишь, я тебя могу убить. Давай лучше договоримся. Бля, ну что тебе надо? Ну помочь тебе просто хочу, лол. Реально, с тобой пробегу, там помогу, тык-тык, туда-сюда. Можно? Ладно. Все, не стреляй только, ладно? Пойдем вместе. Давай там, может, что-то по пути забрать тебе нужно. Мне просто тигры пометить. Ну давай, диких, да, надо? Давай диких будем искать. Да нет, тигры пометить. А, тигры, все, полетели. А ты сзади тот пометил в спине? Да, да. Въебал его, бро. Хилься. Я убил его. Давай, я тебя крою. Социальная помощь для тех, кто нежно играет. Понял, да? Момент. Нормально. Разгрузка BlackRock интересует? Да не, мне не надо. Я фронт полный. Поконим тогда, сейвовенько. Давай, за мной, через право, через котиков. Сейчас вот тут между аккуратно пройдем. Стамина полная? Полетели. Давай, полетим, родной. Под мостик, быстренько. Перед нами два ЧВК, что ли, бегут. Смотри, не умри, бро.
Бро, не пуши, слышишь? Вообще не открывайся, чтобы они тебя не убили, пожалуйста. Здесь поживи. Да, бля, он меня убил. Да, он меня убил с этого калаша. Да не, он нечаянно меня убил. Дружище, друг живой? Чего? Живой? Как дела, пацаны? Стойте. Не надо, я убью нахуй всех просто. Помощь вам предлагаю по квестам. Чисто проведу, помогу туда-сюда, пообщаемся. Как вариант? Алло. Тут разбираемся. А, давай. Просто помогу чисто по-человечески. Ну вот, сегодня настроение такое у меня. Но это, ребят, отказы не принимаются, сразу говорю. Слушайте, ну нам помощь не нужна, мы можем просто мирно разойтись, как бы. Не, ну мне помочь вам надо именно, понял? Шеф, что ли? Я новичок. Я иду, короче, к вам, но вы же не убьете безобидного. Вот так иду, на вашей совести. Вот так, вниз, хорошо. Ствол. Я дружелюбный. Давайте вместе поиграем, ну. Что вам надо сделать? Куда вы шли? Слушай, не подходи, пожалуйста. Да не-не, я не убью, друг. Вы что боитесь-то так? Не убью, не бойся. Да я не боюсь. Ты. А где друг твой, бро? Хрен знает, я, блядь, сейчас ищу его. Пусть подходит, пойдем вместе сейчас играем. Вы что за квест делаете? Мы пока никакой квест не делаем. Вы новички? Ну типа. Понял, ну я смотрю, как-то нежно играете. Че, где друг? Пусть подходит. Да не бойся ты, тут в Таркове, если человек говорит, не будет стрелять, он не стреляет. Или он просто мразь последняя. Окей. Че, за другом летим или что? А, друга бот убил, да? Или что случилось? Подожди секунду. Окей. Здорово, бро. Руку тебе пожму, дай. Не работает. Чисто братский. Здорово. Салам, Алексус. Че, пойдемте? Короче, это я вам сейчас объясню. Давай в сейф встанем. Вода есть. Вода? Сейчас организуем, не вопрос. Короче, смотрите, ребята, такая тема. У вас что сейчас начальные квесты, да? Типа проба пера, убить ботов, там, найти броню, да? Ну как проба пера? У меня тройник надо найти. ЧВК въебал, ну сука. Этот, так, с чего у вас ботов диких убить, да? Что-то там еще подлутать надо, да, будет? Садоводство есть, часть 2. Искру надо найти и говядину. О, вот это сейчас сделаем. А у тебя что, друг? Примерно то же самое, у нас похожие квесты, да? Мы же вместе играем. А, понял, ну да, действительно. Окей, пойдемте посмотрим ЧВК, которого убили. Это не ваш тиммейт же вообще, был, да? Вообще ты нашего тиммейта убил, да? А, ну сказали бы, что вас трое. Ну, извините, ребят, я бы вам помог, как бы. Может, у него вода есть. Но он как-то нежно играет просто. Все, пойдемте за говядиной, пацаны. Все, погнали в библу, заходим. Течка, вот этот медицинский, лутайте, там лидыкс может быть. Давай, пацаны, шелестим, лутаем все здесь. Тихо, звук. АФК, встаньте. Улица один. Алло. Да, братан. Что такое? Че, вы платите хотите? Ну, я могу тебя просто выебать прямо сейчас, хочешь? Ну, знаю. Могу помочь квест сделать, ну, любой. Да. Слышишь, бро? Нужны. Чё нужны? Только боссы, нет ни гунов, ни решила никого. Ну я могу помочь ботов убить, я знаю, где все боты. Какие боты? Боты мне не нужны. А кто тебе нужен? А, тебе эти нужны? Ну иди тогда своей дорогой. Я как бы читер, мне по... Ну зачем мне тебя убивать, лишний репорт? Я понимаю, конечно. Всё, бро, да, конечно. На пи***бола, иди спокойно. Давай. Никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Бро, подожди! Бро, стой! Не уходи! Пойдем сюда! Заходи! Короче, меня прикинь! Я пацанам помогал, они меня предали, видал? Это, давай я тебе сумку помогу до выхода дотащить. Да нет, да мне о чем. Да мне надо тебе помочь хоть чем-то. Придумай что-нибудь, а то у меня минус 2000 из-за этих чебурбубликов. Да у меня блокпост в СРМ, бро. Мне нечем помогать, реально. Да я с тобой просто дойду с сумкой, давай. Все, базара нет, давай. Ща, пацанов надо раскидать. Они это, видимо, не поняли, что я шутканул, понял? Они думали, что я читак меня ебать начали, понял? Ну это бедолаги какие-то 16-е левел. Сука. Ну молодцы ребята, конечно. Все, бро, смотри. На мужчину, держи. Все, от души тебе. Давай, удачи. Тебе спасибо, давай, удачи. Давай. Не знаю,
Мне кажется, это ошибка была, что они так сделали. Как можно было мне в голову в упор не попасть? Это просто, конечно. Бро, слышишь? Что, брат, говоришь? Здорово, здорово, родной. Слушай, короче, социальная поддержка для тех, кто нежно играет. Давай тебе помогу, родничок. Чё, слышишь меня, да? Чувак или дикий? Я ЧВК. Печально. А ты что, дикий? Ну, в целом, да. Да, пол, я тебе помогу, братан. Есть, вот, ну, скажи, что тебе надо. Давай я сейчас ножик достану, так с глазу на глаз пообщаемся. Давай, это давай, без базара. У меня вот, видишь, место ножа. Ой, такая вещь. Ну это дубинка нормальная, блин. Слушай, ну ты какой-то подозрительный, слышишь, тип. Ты мне можешь овонзишь в печень по одну, не? А? Ну никто не вечен, конечно, но если ты... Короче, братан, смотри, я не знаю. Смотри, какая история. Короче, ты придумаешь, чем мне тебе помочь. Я тебе провожу тебя до выхода и помогаю. Или я тебя убиваю нахуй прям здесь просто. А, ну то есть ты мне помогаешь, да? Ну если хочешь, как бы можешь сопровождать меня, потому что я только что заспавнился. Давай, поехали, все, дерзай. Ну давай, пошли. А ты тут не лутался вообще? Не-не-не. А чё вообще, какой левел ты имеешь, дружище? Имею 48-й. Нормально ты так. Смотри, смотри, что делаю красиво. Видишь, смотри, тац, 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 тац. Готов? Ну давай уже, давай. Видал, нахуй? Все хорош, ебать. Нас, слышишь, ты как-то нежно ноги моешь, слышишь, сука? Я так сейчас это заметил. Вентилируемые заебал. Сейчас я одну маслинку дам, ебать, на ход ноги. Ай, хорошо, минус 3, ебать, бро, там. Лутать пойдем? А? О, тихо. Не открывайся, братан, сейчас я ему лимоночку зарибью. Смотри, какая. Давай, ищи. Давай, брат, давай. Один улетел, братан. Я отбегу. Улетел? Тихо, там дикие, брат, там дикие. Ну давай, давай, давай. На. Все. Пойдем лутать, будешь, вдруг лапкарта есть. Пошли, пошли, пошли. Живой? Да, 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 да. Колени не вылетели. Я летаю, понял, с такими тягами. Смотри, какие агрессивные. Ой-ой-ой, симпатично выглядит. Кстати, челоботы были. Они такие более-менее. Да, 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 да. Я и говорю, что это челобот. Давай его вызовем. Давай, давай, с кайфом. Пойдем у выхода твоего, где он? ЖД до Тарков. А, не, КПП диких есть. Да, да, есть. Ну, погнали, все, погнали туда. Давай, давай. Where is our fucking sniper fire? Ты куда, бро? Да вот здесь залез. Да я что-то перепрыгнуть не могу. Что-то не летают, понял, реакция. Так, а что у тебя летняя резина стоит? Не-не, неправильно, брат. Бля, а. Ёп, бро, куда ты ёп? Твою мать, а ну что, назад сейчас полетит? Не-не-не-не-не, по факту сюда. Да кого по факту? Ну все, ждем. Хорошо падает, сука. Зайди, зайди вовнутрь. У меня тут братишка где-то, подожди. Ну подтянется, пусть скажи, в ангаре стоим. Здорово, братан. Здорово, здорово. Ты целишься в меня, слышишь? Ну у тебя бандит какой-то, слышишь, ты говоришь? Ну такой, понял, что... Да, 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 не... суетолог, нахуй. Просто, меня, не? Просто. Давай, пацаны, мне надо, чтобы вы выжили, на. Так, минус 3 дал. Пугаешь, брат. Ой, челоботы были, трое. Втроем они были? Да, да. Где? Да не, лучше туда не идти, вдруг еще есть. Умрете, ну его надо. Надо оббегать за забор, вон там, за воротами, понял? А, да забей тогда, ладно. Ну слушай, так, сейчас еще парочку мест залутаем. Бля, пи***ц, они неугомонные. Просто фулл карту всасывают. Погнали или как? Да, полетим. Вон суетолог Кент вообще, что там подлутает. Все, давай, брат, пацаны, ну, вот давай, здесь, давай, да, у вас? От души тебе, от души, да. Все, да, пацаны, да, от души, блядь, лучшие вообще, обнял, давайте. Удачи, удачи, брат. Тоже. Карил Диплоу, пиздец. Это кто такой, бля, интересно? Кому-то, кого это я убил? Дружище, слышишь меня? Друг, ты меня слышишь? Алло, слышишь на меня? Друг, не кидай хаешки. Давай этот, у меня, короче, подсоблю тебе, просто помогу, побегаем вместе. Любой квест там, туда-сюда. Вас двое? Да-да. Не-не, давай вместе. Подожди, кто сзади?
Давайте помогу вам, брат. Погнали, воду нам поможешь сделать. Погнали. А, ну воду, да, пойдем, поможем тут сделать. Поехали. Все? Да, вроде. Даже. Сейчас, подожди. Не так, что, меченка есть? Да, да. Еба. Что там хоть заспаунилось, глянуть? Это все, что было? Ты ничего не это, не нажимал, ну, не брал? А, понял. Ну, хуй, короче. Да, ну как это, сейчас мне глянь, игрушка за 70. Нихуя себе я лапшу нашел, в смысле, это... Банально за башку еще с этим плотом. Тихо, чел какой-то, подожди, блин. Что ты хотела, ты, сука? Блять, это свой, что ли, был? Это свой или нет? Да. Блять, да с... как он оттуда идет? Ебаный рот, он еще... А, он с этого забора, да? Дед минус косарь, мразь. Че, давай я тебя на выход отправлю, бро. Бабки дать тебе? Есть. На, вот друга похоронишь. На ход ноги. Давайте это. Хорошего вам дня. Кентус, салам от меня передавай. Извинись. Давай. А, то есть ты его убил, а я должен извиняться, да? Не, я извинился, типа, передай ему. Да я рофлю, бро. А, давай, бро. Мне еще надо искать, типа. Дружище, здорово. Здорово, бро. Не стреляй. Слышишь меня? Я этот, помогу тебе, братан, помогу. Давай, квесты делаешь или что? Мазоним. Здорово, братан. Здорово. Меня слышно, братан? Да. Как у тебя? Охуенно все, ты что делаешь? Да я в этом. Ботов? Миротворческая миссия. Во, пойдем, буду помогать тебе. Пойдем. Пойдем, вот здесь боты есть, ЖБ, братан. О, на крыше. Хорош, ебать, одну нахуй. Вот еще идет, ебать. Ногу ему прострелил. Вот, налево топит. Работаю. Давай, нахуй. Кучечку одну ему, красиво. Сколько тебе ботов еще? Я все уже. А, всех убил? Это последний? Да. Где да, у да. тебя выход? В СРФ? Да, за Бэшки. А, за Бэшки? Ну, поехали. Сейчас подожди, может восток. А, он засчитает, все, полетели. Да пойдем, что ты сокращаешься, сейчас музычку поставлю. А что, а есть бутылочка еще есть? Для храбрости, так сказать. Давай фонки бразильский поставим. Пошло. Что, готов? Полетели. Земля круглая. Давай, земля круглая, поймаю сразу, рот дал сразу. Погнали, полетели. Недолго музыка играла. Как я, бро, так-то дерзкий был, жесть. Плюс 2. Помогли с кайфом. Спасибо за контент. Всех благ. Спасибо тебе, бро, огромное за такие челленджи офигенные. Брат, а за сколько аккаунт вайпнешь и начнешь забира? Слушай, ну, бро, за 100к вайпну, нахуй, прям сейчас, по... Восток, чё думаешь? Я поразмышляю над этим. Хе-хе-хе. Все такие задумались сразу. Я хочу посмотреть, как все сначала. Да не, пусть Восток подумает. А то уже появился тоже человек, который заинтересован в этом предложении. Слишком дешевую сумму назвал. Не, просто типа сказать 200, никто не задонатит 200. Ну, за сотку реально. Но тут условие, что я за бира начну играть, видишь? Короче, пускай Восток ответит, да, нет. Если как бы нет, то есть ЖБ предложение. Я еще вчера карту фиолетовую нашел, ебаный в рот. Так-то 100к по факту мало сказал, да. Зато это реально. 200 это цена, рынок, вот. Ну как бы, ради контента, ради яиц можно. Фиолетку жалко. Безусловно, это был бы контент невероятного уровня. Но 100к довольно большая сумма.
Для меня одного много, но я прекрасно понимаю, почему такая цена, и это действительно мало за твой аккаунт. Пожалуй, откажусь. Все понял. Теперь выбор за мной, да, стоит? Короче, смотрите, чат, как есть, говорю. Мне сейчас Тоха написал, фанат Мазони. И говорит, брат, 100 тысяч, как бы, делай. USDT, типа, переведу. Ну, не будете, вы доната не увидите. Ну, он 100к даст без тоба лоба. Я знаю, что скажете. Вы че, ты? А когда не вайпали? А, подожди, подожди. Я... Стой, 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 чё там? Ты чё, ел? Да, ну всё, ну хуй сделаешь, ГГ. Ну мы уже по-любому вайпаем, я ж сказал. По сути, по факту, Тоха прав. Как бы слово не воробей, вылетит не поймаешь. Ну чё, народ, погнали нах. Чё, пацаны, давайте. Кто успел, того и тапки. На. Лансер F5, ты тут? Кто купил? Фиолетка дорогая, блядь. Так, давай стату глянем. Вот, ЧВК. 515 рейдов, 49 кэп выживания, 941 КД. 16 выживаний подряд максимум. Все, поехали. Магу, да, за бира возьмем опять? Нормального нам. Че, готовы, чат? Короче, чтобы вы знали, меня вайпает фанат Мазони. Восток забайтил, чтобы за бира вайпнулись и играли. И чтобы вы понимали, оставался один квест до капы. И сегодня мы Evasion нашли еще повязку. Так что, как говорится, Миша, все хуйня, давай по новой. Все, сбросить игровой профиль. ГГ. Хотели бира? Ну получайте, ёпта, бира. Давай полоску бира или висек. Выси полоску. Восток сказал, начнешь за бира. Так, чё, давайте лучше... На Тоху похож. Это вообще тренер пьяный. Не, это вообще мем. Вот это самый офигенный. Давайте его возьмем. Не, Николаев, это, конечно, вообще мем. Не, я типа магу возьму, пацаны. Мне вообще вот это не нравится. Но это пиздец. Но это пивной тип заплывший. Посмотрите на него. Это же жесть вообще. Давайте этого, да? Нормальная тема. Че вы? Че по квестикам? Так, ну сейчас потеть буду, короче, шарите. Прям плотненько. Так, что, все, есть, хил есть, акусик есть. Все, поехали. Что-то мы как-то нежно играем, парни. Или месяц свайпа прошел, а у нас первый левел. Так, сразу на МЧС зайдем. Вот и посмотрим. Вы же мне всегда говорите, Маза, что ты там сначала вайпа задротишь, а ты попробуй покачаться, как мы. Ну вот, попробуем. В начале вайпа просто народа было, тебя убивали прям на старте. Сейчас вообще типа ноль людей. Так, вот этого типа нашел. Ключ с него надо забрать. Вот он. Вот здесь, да, он лежит? Ага. Так, все, теперь надо это, на второй этаж здесь подняться. Здесь АГС же, да, вроде? А как так получилось? В соседней комнате медицина? Вот в этой, типа? А, точно. О, блин, спасибо, Кутузов. Лапша нужна будет тоже по квесту. Я, наверное, конченый, короче. Но мне, пи***ц, интересно играть. Но, скорее всего, я конченый. Здорово, Маза. Как тебе вайб? Новая дача там. Снег. Охуенно, Костян. Хорош, держи кулачок. Анатолич, все четко было. О, нифига себе, колбаса. Бро, что как-то нежно играешь.
Ну все, я уже по фулке одет, считай, не вайпался. Сакусика чебурбублика парили. Надо долго идти, пи***ц. А что поделать? Надо тащить добро. Блять, какая мышь ебаная, сука. Нужен каждый рейд продуктивный. А, понятно, на заебись. Такой тильт. Что ты там делаешь? Вообще броня в игре не работает, нахуй. The next day. Приветствую всех. Жек, походу, отлично выспался. Да, кстати, да. Так, что у нас по квестам? Погнали. Так, ключ от офиса в таможне нужен. Ну, надо таможню идти. Ладно, поехали, короче. Я стараюсь не умирать вообще сейчас на этом этапе игры. У меня на Заюсека, на самом деле, вайп вообще не задался. Я там эпицентр проходил 12 часов. Как бы за бира я прошел эпицентр за хуй, за два рейда. Поэтому хочется прям хороший старт взять. Ну, стрик, блять, из выживаний 20 на. Да, взял стрик на. Ебаные уроды, видели? Он меня просто отъебал через куст. Вроде бы спички как нужны, блять. Ой, конь нужен стопудово. О, 214-й. Это что такое? 103-й. Сейв, да, по-моему? А, нет, 105-й сейв. Херня этот ключ. Где? Меняй магазин! Блять, ёб твою мать. То куда? А я посуда. Сейчас водолей, времянки зайдем и имба будет. И надо газан почекать. Зажигалка. Ух, ебать. Уф. По кайфу. Здорово, Тём, реально. Бля, я аж испугался, на. Он вообще без звука сидел. Да, надо углы чекать, согласен. Нежно играю как-то. Не надоело делать вид, что ты не видишь крыс на радаре. Стараюсь. Zero to hero, ебать, пацаны. Полетели. Опа, нахуй. Чё, кого, ебать? Сладенькие, а? Всё, и летим квест сделать. Нужна снайперская поддержка! Вон оно, пыль! Пули решетили мое тело. Вот, пожалуйста, портфельчик имеется. Опа, на. Ксюшечка имеется теперь. Флешечка имеется. Магазинчик. Все, сейчас заживем, пацаны.
Поехали. А вот штуки, а это и нет хилки. Бро, есть что-нибудь похилиться у тебя? Я тебя молю. Хуй. Бля, ладно. Голова, сучка, болит. Чё, есть чё? Да ну нах. Давай, 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 давай. Хоть чё? Опа. Хуйса. Блять, ёбаная вс... Да, пацаны. GG's, на, походу. Придётся сдохнуть. Есть у тебя чё-нибудь, а? Опа, первую блокируем и... Бро, давай, у тебя должно быть. Ты мой последний шанс. Нет. Да, бро, куда ты смотришь? Да, блядь, не убей меня, чел, блядь. Броня вообще не работает. Нахуй, ужас какой-то. Блядь, где-то. Сучара, в кустах где-то, блядь, стоит. Так. Что-то слишком долго возимся с этими двумя квестами. Честно говоря. О, лапша, за... Как будто бы выживать надо. Есть, на, контакт. Вызывайте милицию срочно. Именно в ту комнату зашел, знал, на радаре показало, что газан. Лодочка есть? Нет лодочки, печально. Что-то вообще редко этот выход работает. Нежно работает как-то. Вон он, вон он! Охиби! Блядь, тут нашу завалили! ГГ! Хороший рейдик. Отлично. Все, уже скоро барахолочка будет. О, нормально, сука, дикус. Можно хорошенечко сейчас сыграть. Так, может есть ключ ржавый, мало ли. Ну, искра одна есть, как будто надо искру сейвить тоже, да? О, аква. Блин, надо выходить как будто бы, да? Хорошо, сюда, сюда лут. А хоть бы искра была, бой. Что-то забира вообще прет на самом деле. Так квесты изи делаются, вообще с кайфом. Это, наверное, потому что читы обновились уже. А в том вайпе, когда начинал, еще не было, да? Готов, вафел. Ну, ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Че, лобот? GG's. Че там, сколько осталось? А, все, барахолка работает, ёпту масло.
Пушка. Подожди, а что нельзя выставлять? Ну, на 15 уровне. А у меня какой нахуй уровень? Ты не скажешь, какой у меня левел? Не подскажешь? Я что-то не вижу просто как-то. Как-то, блядь, не вижу. А, вот он. У него динамический спаун. Сука, мышь ебаная, были с тебя взять-то. Хоть бы, сука, побегал бы, пока я мимо ямы шел. Пойдем, Алонс, пойдем. Алонс, возьми с собой Мосинку еще, бро. Сейчас Zero to Hero сделаем. Мне тебя даже зарубить нечем, ёпта. Да нахуй, ёп, народ. Ебать, отдача, пиздец. Что ты, сладенький, подкрысить меня хотел? Чебурбублик. Здорово, братан. Ох ты, блядь, ты чё, нахуй? Тихо, дурачок, ёбаный, ты чё, блядь? Тихо. Ещё бы один выстрел, он бы меня убил. Хуйна броня в игре работает. Вискарёчек сюда. Так, чё там? Да ты чё, сука? Да ты заебал, чел! Ебать, мрази, прикинь. Чисто 10 минут шьёмся. Да? Надо лутать их теперь. Так, мне еще квест 25 ботов убить сейчас за один рейд. Ой, флешечка, сука. Сюда. Блядь! Еще, сука. Вот это да, пацаны. Повезло, повезло. О, тушенка в цвет. О, ушаночка, блядь, это мы берем. Ладно, полетели дальше. Чего? Че с ним? Он живой просто, да, стоит? 40 метров с мощной делает. Так он... А, это же... Понял, все. Попутал квесты. Опа, закинули. Я тебе серьезно говорю. Ты сам вайпнул, ну да? 13 тысяч опыта. 30 ботов. Всех в башку, сука. Так, нам еще два бензовоза пометить, правильно? И что еще надо сделать? Так, это мы сейчас идем. Ага, 220-е, 114-е. Все. Так, как будто тут кто-то есть. Осталось 220-ю залететь. Парни, тут наши хвалят! Сука, ебали нахуй! Вот! Да, блядь! Ну, блядь, ну, сука! Поехали. О, заебись. Вообще хорошо. С цистерны все здесь.
Конец тебе! Ебать, это бан. Это бан. Ноги бы тут Слава умер. А у них всех коктейки вкусные. Здесь есть чел, сидящий на бутылке, 100%. Отлично получается в бомжегире у меня играть. Разъебал типов в общаге, забрал с них пушки, броня на 5 класс. Короче, с кайфом. ТГЖ типа сейвят нахуй, похуй ему вообще. А, он еще и с Ашой был, ебать. Ну, типа в бронька работает. Вот ты доебался, а, до меня, слышишь? Сука, нахуй. Каску надень, блядь. О, барак, блядь. Я положил, блядь. Денься, блядь, на улице, снег, блядь, холодно. Ща, ща, извини, извини. Докет есть, докет? Ну, у тебя докет, и так не выживет, блядь. Ха, факт, блядь. Чё там, какая обстановка? Аланзевский. Чё, где там, кто? Чудовище на Мещенке сидит, фонарём стоит, я его, блядь, открыть не могу. Ну давай сейчас разыграем. Убей этого бота или чё из-за пта? А я не могу, ну, он через коридор, он коридор контролит с Мещенке, и к боту подойти. Хана тебе, понял? Сос, зайди повыше чуть, он там слева лежит. Их двое, походу, бро. Ну перебегай просто, перебеги в квадрат. Прям нагло перебеги. Все.
Сейчас на перезарядку пойдет. Сейчас приду снизу. Он лег. И наоборот встал. Я его не вижу. Давай. Всё, и... Убил я его, убил. Я хае дал, ты видел, какую придурок на стол фонарь положил? Гений. Смотрите, два фонаря на стол положил. Животное, прикиньте. Вам понравится то, что там внутри? Чё, я хорошего? Это тип так одет был? Да. На нем еще плащ бежевый, еще один пистолет на голове. Места не было. Ай-яй-яй. Все, пацаны, давайте. От души всем, кто смотрел. Все, всех обнял. Лучок отбил, давайте.